Пиломатериал, краски, кисти, инструменты. А главное – потребность сделать добрые дела. Этого достаточно, чтобы в нескольких дворах детские площадки обрели новую жизнь. Для реализации данного проекта была выделена сумма 20 тысяч рублей, на которую нашим учреждением были приобретены краска, строительные материалы, инструменты. Сегодня ребята ремонтируют детскую площадку во дворе дома по проспекту Кирова, 98. Потому что именно на этой площадке 5 июля откроется работа дворового отряда. Мы надеемся, что наша работа поможет детям, живущим в данном микрорайоне, провести лето активно, с пользой и на позитиве. Заряд позитива от такой полезной работы получили и сами мастера. Они же ребята из педагогического отряда «Луч». Две качели, одна новая и одна обновленная, четыре лавки, стол. Ребята провели в порядок песочницу, убрали лишнюю траву вокруг, вскопали песок. Финансовые средства на эти преобразования заработаны интеллектуальным трудом и организаторскими способностями активистов педотряда. В 2012 году компания «Суэк Кузбасс» объявила конкурс «Комфортная среда обитания». В этом конкурсе приняло участие и наше учреждение «Социальный центр молодежи» с проектом «Чемпионат настольных игр». Руководителем данного проекта был член педагогического отряда вожатых старшеклассников Фензель Андрей. Воодушевленные прошлогодней победой, СЦМовцы приняли участие в конкурсе и в этом году. Результат положительный. Проект «Выходи во двор гулять» по достоинству оценен жюри конкурса. На его реализацию выделено 67 тысяч рублей.